В отношении Андрея Быкова, который в мае покинул пост главы Старорусского района, а в начале июля должность советника губернатора, возбуждено уголовное дело. Статья «Незаконное участие в предпринимательской деятельности с покровительством коммерческой организации». Вот что сообщили в Следственном комитете. Являясь главой администрации Старорусского муниципального района Новгородской области, подозреваемый оказывал покровительство коммерческой деятельности организации, занимающейся добычей песка и дальнейшей поставки его для строительства трассы М-11. При этом подозреваемый оказывал содействие в получении необходимой разрешительной документации и минимизации последствий от нарушения действующего законодательства подконтрольной ему коммерческой организации. На основании материалов, предоставленными УФСБ России по Новгородской области, следователям Следственного комитета была проведена доследственная проверка, по результатам которой было принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 289 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, в котором подозревается экс-чиновник. Напомним, Андрей Быков руководил Старорусским районом с 2009 года. В мае 2016 он подал в отставку. С 1 июня ему была предложена работа в должности советника губернатора, с которой он уволился 8 июля по собственному желанию.